Boa noite, senhoras e senhores. Из португальских городов и сел мы 10 лет всех наших собирали. И вот мы здесь, нас двое. Это все. А русских вовсе нету в Португалии. Смертельный номер. Нет, не бой быков, не белка в колесе, не тигр в клетке, а двое португальских мужиков, рыдающих в латышские жилетки. Вот обычный теплый юрмальский вечер. Даже если вы в дурном настроении, все равно вы в ожидании встречи. Но не команда мы, а привидение. Португальский КВН — это круто, только не с кем нам играть, к сожалению. Если мы там в понедельник пошутим, то до них все дойдет в воскресенье. Мы к вам пришли на каравелла по балтийским волнам, горячим фленом после долгой зимы. И мы вернулись посмотреть, не изменилась ли страна, и посмотреть, не изменились ли мы. Футболистом стать, наверное, поздно, а на месте еще очень рано. Но зато какие яркие звезды с неба падают на дно океана. И теперь я совершенно уверен, все открытия бывают случайны. И уж если ты открыл новый берег, то под водочку, а может нечаянно. Мы к вам пришли как каравелла по балтийским волнам, чтоб от Колумба вам привет передать. Лишь КВНчик может что-то в самом деле открыть, не собираюсь ничего открывать. Сегодня, правда, сказочный вечер, задрожали от волнения пальцы. Португальцы ведь впервые на сцене, и вообще мы первый раз португальцы. И где будем мы потом, неизвестно. Очень сильно нас мотает по свету. Если будет вам опять интересно, мы расскажем об этом следующим летом. Мы к вам пришли, как португальцы, латышам, и нам не хочется друг друга терять. И если правда, что земля не треугольник, а шар, то мы вернемся и споем вам опять. Мы к вам пришли, как португальцы, латышам, и нам не хочется друг друга терять. И если правда, что земля не треугольник, а шар, то мы вернемся и споем вам опять. То мы вернемся и споем вам опять. То мы вернемся и споем вам опять.